Слушай, а вот пронесе, а вот что-то, поймай эту рыбу, а я там, братья, вот я, то с первого, а вот, вот на третий день, вы знаете, на третий день, он знает, недавно несут, как три дня и три ночи, на третий день Христос что? Воскрес из мертвых. Вот точно так же. И он, когда уже все, вот Господи, меня окружило, мою голову, вы знаете, водоросли окружили, кислота, понимаете, она дошла мне куда? До? Горла. Горло, еще немножко и захлебнусь. Вот что, это конечно по пояс, Господи! Нет, вот почему-то, авоську, вот, когда уже сюда дошло, ну все уже. Уже, Господи, и возопил, Господи, я все обещал, я исполню. Господь воззвал, знаете, потоки кружили меня, Господь, волны меня, Господь, я в преисподней нахожусь. Он был там, в самой преисподней. Это глубина моря, это еще кит по дну, и тогда еще видно чувствует, что где-то как думаю, да если еще брюхом своим по дну, по камушкам пройдусь, может все-таки как-то его расплавлю, если желудок не помогает. Он там переживал, вы знаете, свои вещи. Но вы знаете, и вдруг приходит вера. Господь, хоть я.